И всем привет, с вами Александр Навасов. Сегодня мы проходим шериф номер 5. Здесь у нас есть киллер-эксперт. На киллере есть пистолет с глушителем и патронами. На эксперте же нет ничего. Но мы выбираем киллера, поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а я погнал. Пистолет у нас М9. Погнали. Так, сразу берем винтовку. Забираемся на вышку, на эту. Так. Забираемся. Берем здесь гранатомет. Взял гранатомет. Ждем. Ждем. Ну то есть вот он. Летит у нас вертолет. Его мы сейчас должны взорвать будем. Сейчас мы его взорвем. Ну вот прям сейчас. Так, ну сразу вот объясняю вот. Что здесь такое есть на этой карте? Смотрите. Что здесь есть такое? Здесь есть раз, два, три. Три ресурса с патронами. И пулемет, видать, чтобы отбиваться от вертолета. Берем отсюда патроны, чтобы у нас они были. И забираемся сюда. Есть два путя прохождения. Это через низ паркуром. Ну, сами понимаете, там вот вниз. Если упасть, то все. Заново придется начинать. Здесь все сделано из двух домов. Вам придется прыгать через дома. Вот там. То есть раз дом, два дом. И там будет третий дом. Тоже придется прыгать. Берем патроны. И забираемся сюда, на вышку. Я буду пользоваться другим путем. Это через трос. Забираемся на крышу. И вот здесь у нас трос. Полетели. Ну, то есть, понимаете, вот, раз дом, два дом, вот они. Доходим до сюда, пытаемся убить вот этих двоих, берем вместо пистолета, берем эту штучку, тоже берем пистолет, ну, хотя бы что-то берем. О, упал у нас пулеметчик, это круто, это найс, прям 7 у нас патрон есть для этого, у вас может быть меньше, потому что у меня прокачанный персонаж, он уже прокачанный. Забираемся по кошке сюда и направляемся вот сюда. Пытаемся убивать. Так, бежим, чтобы не убили. Так, и идем сюда. Теперь мы делаем вот так вот. И начинаем жесткое такое. Такое что-то жесткое делаем. Но у нас мало всего, поэтому лучше не надо пользоваться. Можно эту штуку отключить. Пока что. Один. Можно зачистить, как-нибудь попробовать. Вдруг получится. Так. Раз. Так. Машина, вертолет, что? Вертолет. Все. Еще один? В смысле? Так а в смысле, блин? У меня патронов нет вообще. Ноль. Я на нуле. Делать. Берем патроны, чтобы они не взорвались. Так, эта штука у нас сломалась, но ничего. Раз. У нас 7 патронов, все нормально. И вторая была. Ой, у нас там полет. Все, поймал. Окей, все. Тут все должно быть просто, в принципе. Все. Самое сложное я выполнил. Самое сложное уже выполнено. Они чекают в ту сторону, я нахожусь в той стороне. Они по мне не попадают. Так. Еще одного. Так. Я слышу звук еще одного. Может, я ошибаюсь? Нет, нифига, еще один самолет летит. Вертолет.
давайте пока что подсадимся где-нибудь. Ой-ой-ой, какой звук. Какой звук. Ладно. Вот он. Ой-ой-ой, он прям взлетел около меня, лол. Я его не заметил. Еще один? Еще один сейчас будет. Ай, не попал. Не попал. Ай. Блин, я нуб. Я не попал. Еще раз не попал. Остается два у меня выстрела. Это очень мало. О, все. Все, у меня осталось два выстрела. Еще один? В смысле? Еще один. Вот, все, найс. Все, всех уничтожил я. Все, не должно их быть больше. Все. Все хорошо. Раз. Остается последний враг. Сейчас вам покажу позицию, пока мы не закончили. Там снайпер остался, по-моему. Потому что всех остальных мы позорвали. Можем взять патроны. Ну, что были. Тут еще есть патроны. Я не знаю, зачем они сделаны. Здесь... Вот, она закрыта этими... досками. На доски они ломаются. Доски можно сломать. И также вот эта штука также сделана. Здесь есть гранаты. Можно использовать гранаты. Есть пулемет. Можно из пулемета добить последнего врага. Но я давайте сделаю получше. Я его просто подзорву гранаткой. Вот так. Вот, вот таким вот образом. Все. Всем спасибо. Всем пока.